За результатами голосования национального отбора на Евровидение 2020 Депи Евротесил Армению на международном конкурсе представит гречанка Атена Манукян с композицией «Chains on You». У девушки есть армянские корни, ей 25 лет. Начала свою деятельность в далеком 2007 году. Широкую известность приобрела благодаря участию на британском X-Factor, где получила 3-2 от жюри. Эффектное исполнение Атены песен Бейонсе сделали свое дело. Атена завоевала армию поклонников, выпустила ряд синглов и несколько клипов. Желаем удачи Армении на Евровидении 2020. Подпишись на мой канал и стань частью нашей интернет-семьи Беспалов Мьюзик. Что думаешь ты о представительнице Армении на Евровидении в этом году? Пиши в комментариях.